Hey bro, how are you? Totally record for you. Game for Sony PlayStation 4, Rise of the Tomb Raider. Guys, please press like, subscribe, comment. How are you guys? I'm fine, thank you. Crystal Dynamics, Square Enix. Что заставляет людей выходить за рамки обыденного, смотреть в лицо неизвестности? В детстве мы все познаем мир вокруг себя. Мы учимся, мы приспосабливаемся. И постепенно теряем способность удивляться. Практически все. Кроме немногих. Исследователи, искатели истины. Именно они определяют будущее. Остальные, они все. В горы не пойдут ни за какие деньги. Затерянный город где-то там. Подъем будет не из легких. Я не сдамся. Я знаю. Останься здесь, с ними. Ни за что.
порядке? Ага. Пошли. Похоже, нам туда. Если погода испортится, переждем. Думаешь, найдем этот твой город? Шансы, конечно, невелики. Но старый проводник сказал, что видел в горах такие дрова. Ну, пожалуй, если бы мне пришлось прятать забытый город, я бы выбрал как раз такое захолустье. Буря надвигается. У нас от силы часа два. Хватит. Мы почти у вершины. Что думаешь? Мы близко, Леона. Я чувствую. Надо сделать последние усилия. Ладно. Посмотрим, что там. Ah!
Лондон. Нет в нашей жизни большей жестокости, чем ее скоротечность. Мы стареем, дряхлеем, умираем. Но что остается? Кости, прах. А душа? Переходит ли она за грань земного существования? Я верю, что да. В основе многих мифов и легенд лежит истина, ненаучная, но куда более важная истина. Ключ к обретению вечной жизни. Мне кажется, картина начинает складываться, но я не одинок в своих поисках. Они следят за мной, следят за каждым моим шагом. Теперь я знаю, кто они. Троица. Древняя, жестокая секта, жаждущая мирового господства. Ради семьи я должен соблюдать осторожность. Если что-то случится с Ларой или с Анной, я никогда себе этого не прощу. Пожалуйста, что ты здесь делаешь? Я увидела, что про тебя пишут в газетах, и решила тебя поддержать. Врут опять. За тобой не следили? Следили. Конечно, нет. Что случилось? Я, кажется, нашла гробницу. Да не может этого быть. Миф о пророке подтвердился. Папа был прав. Лара, твой отец был нездоров. Нет. Он стоял на пороге великого открытия, неопровержимого доказательства бессмертия души. Я любила Ричарда. Я была готова выйти за него замуж. Но он сломался. Я не хочу, чтобы и с тобой это случилось. Но, Анна, он был прав. Это все остальные ошибались. Гробница в Сирии. В Сирии? О, боже, Лара, нет! Это безумие! Приди в себя. Вернись домой. Не могу, я сама знаешь. Но эта мания сгубила твоего отца. Я видела что-то. Что-то, что я не могу объяснить. Теперь я понимаю, каково приходилось папе. Это все сказки. Глупости. Прошу тебя, опомнись. Ты знаешь, чем это кончится. Только это теперь имеет для меня смысл. Я найду гробницу пророка. Okay, guys, part number one, it's finished. Please press like, subscribe, comment. I record for you a new part. Bye-bye, thank you for likes.